победители возвращаются домой. Приготовились? Всем смирно! Подожди прибытия Его Величества, Генри. Ой, простите. Думаешь, Генри хоть что-то может правильно сделать? Смирно! Ну, тише, тише. А теперь, мои дорогие друзья, момент, которого мы все так ждали. Наша команда выиграла первый в нашей истории... Чемпионат мира по футболу! Думал, что мы выиграем этот приз. Да, никто не думал. Африка! Мама и наши тетушки нас еще не видели. Может, удивим их? Я за. Привет, мам! Привет, тетя Луна! Привет, тетя Стелла! Вы вернулись, мы так скучали. Мама! Я так скучала по тебе. Иди сюда. Да здравствует, Джуниор! Спасибо, парни! Ты так быстро выросла. Скоро ты влюбишься. Здесь так шумно. Пойдемте наружу. Да, мама. Я хочу послушать, что было с тобой в Нью-Йорке. Там здорово, но дома лучше. Я так хочу услышать твою историю. Вот тот, благодаря кому мы победили. Да. Внимание! В честь нашей команды! Могу оставить публику без своего таланта. Внимание! Чичи исполнит оперу или что-то там в этом духе. У меня встреча. Я так тронута вашим приветствием. Знаешь что? Он помешан. Я начну с парочки сольфеджио. Ла-ла-ла-ла!
Чичи, не принимай все так близко к сердцу. Если ты не против, я дам тебе совет. Они уходят, потому что ничего не понимают в опере и сонетах. Спой что-нибудь из джаза. Они не злые, но невежды. Ты бы их поучил. Понимаешь, Чичи? Где ты? Ты ж понимаешь, да? Конечно, приятель. Ну да. Спасибо за прямоту, ты настоящий друг. Но все-таки ты еще и вырождающийся вид. Всегда был, есть и будешь таким. Но мы все живем одной дружной семьей. Да. И чего ты так грустно вдруг смотреть стал? Просто подумал, найдется ли для меня место в этой счастливой семье. Это Фокс. Он нам столько раз помогал. Он вам понравится. Что бы с нами ни случилось, он всегда приходил на помощь. Всегда. И за его суровым внешним видом скрывается душа поэта. Он бесстрашен в бою, но защищает слабых. Он прекрасно поет, и у него чудесное чувство юмора. Правда? Он правда лучшее, что со мной случилось. Вам он понравится, просто кладезь достоинств. Знаешь, тетя, он красавчик. Он особенный. Ну что же здесь такого? Дорогая, ну где же здравый смысл? Ты лев, а он собака. Он меня любит, так же, как я его. Милый орел не может полюбить воробья. Главное, любовь, а не внешность. Я не думала, что у меня в семье расисты. Юная леди, повежливее. Люблю, а вы хотите разлучить нас? Ну, Лайт, мы не стали делать бы тебе больно. Давай отложим это до следующего раза. Спасибо. Я хотела бы побыть одна. Ты о чем думаешь, Фокс? Думаю, где же Лайт? Лайт. Просто показалось. О! Отличные новости. Однако опасности повсюду. И нам нужно приготовиться как можно лучше, чтобы отразить эту опасность. Настали дни несчастья. Эта пара может подтвердить вам это. Нужно найти выход. Mm-hmm.
Нельзя терять время, защити нас. Простите, это вы мне? Конечно, Лайт. Только ты знаешь дорогу через Белый лес. Вы точно меня ни с кем не спутали? Скорее вперед! Послушай его. Я не понимаю. Сейчас главное спасти ребенку жизнь. Мы потом объясним, ладно? Ну-ка я посмотрю. Так, все чисто. Эй, а меня ты не обнимешь? Ваше Величество! Ваше Величество! Волки атакуют! Этого было не избежать. Не волнуйся. Нужно отвезти Макнаба, Лайт и ребенка в безопасное место. Думаю, на тройных пиках они будут в безопасности. Арбор там обо всем в курсе. Он может услышать о беде и прийти на помощь. Так что возьми взвод и отведи их туда. Да, сэр! Есть! На северо-восток! Отлично, вперед! Все время в неприятности попадают. Чего ты ждешь, Лайт? Торопись! Прощай, спасибо за все! Возвращайся скорее!
вы были? Она спасла жизнь сыну пятого оракула. Неплохо. Не бойся, дитя пятого оракула, мы друзья. Нужно спасти его. Он беспомощен. Кого нужно спасать? Кто в беде? Мы все в беде, папа. Скоро на нас нападут ужасные чудовища. Что за чепуха про чудовищ? Отец, мы хотим явить трофей всем джунглям. Конечно, мальчик мой, так и надо. Вперед! Но, пап, ты не пойдешь? Мне сначала нужно кое-что уладить. Беги, я догоню. Объясни, в чем дело, Лайт. Хорошо. Ребенок, его надо спасти. Пятый оракул. Ничего не слышу. Давай подойдем поближе. Что там такое, что она совсем перестала меня замечать? Что это? Ты куда? Это не твой путь. Ты это мне? Да, Фокс, тебе. Ты был избран, чтобы спасти Вселенную от ужасной катастрофы. Вы с Лайт присмотрите за человеческим детенышем, обладающим невероятной силой, и поможете ему ее использовать. Куда он делся? Что такое, хитрец? Начинаешь нервничать? Я футболист, а не воин. Футболист? А, Фокс, рад тебя видеть. Я тебя искал. Эй, с тобой король говорит. То, что видел Лайт, не должно сбыться, и нам очень нужна твоя помощь. Что я должен сделать? Найти ребенка пятого оракула и защитить его. Жизнь отдам, ваше величество. Для меня честь служить вам. Ты служишь вселенной, сын мой. И у меня по тебе крыша едет. Сладуленыш ты мой. Моя дочь поведет тебя. Моя путеводная звезда. Похоже, тебе повезло. Что может быть лучше Фокса? Прекрасная принцесса! Ну, я не знаю. Вам, ребятишки, понадобится защитник и проводник. Ну, а теперь послушайте совета бывалых. Когда будете собирать чемоданы, пакуйте их с умом. Мелочь можно положить в ботинки, и вы увидите, сколько места у вас освободится. Складывайте пиджаки изнанкой наружу, одно плечо в подмышку другого. Тогда их не придется гладить. Не пейте сырую воду и мойте руки перед едой.